А прямо сейчас о самых актуальных темах областного парламента мы поговорим сегодня здесь. Итак, у нас в студии заместитель председателя законодательного собрания Владимирской области Роман Каменов. Роман Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, сейчас активно начинается подготовка к бюджету следующего года. И мы знаем, что ваша фракция, да, обратилась с призывом губернатору увеличить объем средств на дороги. Мы понимаем, что в этом году уже было много сделано, и хочется, чтобы это было продолжено, и все дороги были качественными. Расскажите об этом подробнее. Совершенно верно. Дело в том, что в соответствии с бюджетным законодательством закон о бюджете готовит и вносит в законодательное собрание исполнительные органы власти, губернатор, администрация Владимирской области. То есть, собственно говоря, сам закон и предложения, которые в этом законе содержатся, то есть конкретные статьи, конкретные направления бюджетных расходов, ну то есть доходы и соответственно, расходы, это все формируется исполнительной властью региона. Я хотел бы напомнить и вам, и нашим телезрителям, что вот в прошлом году, в канун, тоже вот как раз примерно ровно год назад, то есть сентябрь, октябрь месяц, когда в соответствии с бюджетным кодексом не позднее 30 октября бюджет должен быть внесен в законодательное собрание. И в прошлом году, вот, работая над бюджетом, над параметрами, ну, то есть получив закон, региональное отделение «Единой России» такой интересный эксперимент провело. Мы провели массовый опрос на сайте, на официальном, в официальных группах, в соцсетях, запустили опрос жителей Владимирской области. Мы напрямую с жителями решили посоветоваться, а какие расходы бюджетные, то есть какие направления нашего региона жизнедеятельности, по мнению жителей региона, наиболее актуальны, какие нуждаются в дополнительном лечении средств. То есть было предложено несколько вариантов ответов, укрупненные такие, там, социальная сфера, поддержка учащихся, ну, много-много-много там было вариантов ответа. Так вот, абсолютными лидерами по итогам голосования большое количество владимирцев, жителей области приняли участие в этом голосовании, абсолютными лидерами голосования стали два основных направления. Это сфера здравоохранения и плохое состояние муниципальных дорог. Дело в том, что в соответствии с законодательством вообще дороги муниципальные, то есть те дороги, которые внутри городов и поселков находятся, это полномочия органов местного самоуправления, то есть администрации области, законодательные собрания и областной бюджет к этому имеют отношение, ну, постольку-поскольку. Но у нас есть такое право в виде субсидий, в виде помощи бюджетной, финансовой, оказывать поддержку муниципалитетам. И, в общем-то, и жители призвали к этому, но и фракция «Единая Россия», то есть когда мы получили параметры бюджета, и на такую помощь нашим муниципалитетам было всего 250 миллионов рублей первоначально, вот, мы вынуждены были, да не вынуждены были, мы провели совещание с ассоциацией муниципальных образований, провели серию встреч, и была подготовлена поправка, к сожалению, не все фракции поддержали эту поправку, исполнительная власть, ну, не сразу согласилась, но тем не менее, вот, то, что большинство все-таки поддержали нас «Справедливая Россия» в этом голосовании. Вот то, что большинство депутатов проголосовали и за закон в целом, и за вот эту поправку, мы дополнительно увеличили помощь финансовую муниципалитетам, и суммарно она вот в этом году составила чуть менее 1,6 миллиардов рублей. Плюс собственные деньги, которые муниципалитетов на эти нужды направляются. И я думаю, что любой вот житель нашей области, житель города Владимира, что называется, воочию видит, где эти деньги. Потому что, мне кажется, таких объемов, таких масштабных объемов работ, которые в этом году проводятся именно в городах и поселках, на дорогах, ну, не было точно, там, я не знаю, много-много лет точно не было таких объемов. И мы вот сейчас активно по области выезжаем, и Владимир Николаевич Киселев, наш председатель, и мы депутаты, вот, и мы получаем обратную связь, и мы совершенно четко видим, что вот это решение по 1,6 миллиардов оправданное, и мы уже сейчас понимаем, что для того, чтобы вообще системно навести порядок, системно привести в нормативное состояние, конечно, такое финансирование, сопоставимое финансирование должно быть не разовым, потому что вот тоже такой интересный момент, то есть деньги-то выделить дело, ну, важное, ответственное, да, предусмотреть, перераспределить поправкой. Но очень важно, чтобы эти деньги в дело пошли. И мы запустили горячую линию бесплатную для жителей области. И мы призвали каждого жителя области стать, ну, таким общественным контролером по качеству проведения работ. И вот я, ну, просто хорошо знаю, как работает горячая линия, статистику знаю. У нас с мая месяца она запущена была, уже более 1000 звонков.
со всей Владимирской области, из города Владимира, ну и со всех наших городов, поселений. Ни один муниципалитет, что называется, не было, чтобы не позвонили ни разу. И вот на самом деле больше 90% звонков, слава богу, не про то, что дороги плохо у нас делаются, там, Единая Россия, там, либо проконтролируйте, вот они там что-то не то делают. Таких нет звонков практически. Звонки о том, что спасибо большое делается вот на улице Ленина, а вот нам бы еще и Советскую, и Фатьянова, там, и Тихонова, и так далее сделать. То есть хорошо, что эти деньги выделены, люди благодарят, но давайте сделаем и другие объемы. И вот, собственно говоря, это все в совокупности, то есть и общение с органами местного самоуправления, с главами, с депутатами, с муниципальными, звонки на горячую линию, да просто, в общем-то, здравый смысл подсказывает о том, что это точно было хорошее, выдержанное, правильное решение, потому что ущерба для сети областных и межрегиональных дорог большого не произошло из-за того, что мы снизили объемы. Да, конечно, чуть меньше будет сделано на областных дорогах, но в целом состояние там было более-менее удовлетворительно. А вот то, что творилось в наших городах и поселках, это, конечно, мягко скажем, оставляло желать лучшего. И сейчас вот есть шанс у нас исторически в Владимирской области переломить эту ситуацию. И именно поэтому появилось вот такое обращение фракции «Единая Россия». Кстати, как ваш городной город Вязники? Слушайте, ну, Вязники, вот я еще раз говорю, это точно, там не то, что несколько лет, десятилетий таких объемов работ не проводилось в Вязниках, потому что там, ну, такие застарелые вопросы решаются, которые там, вот, ну, понимаете, в чем дело? На самом деле чудес-то не происходит. Мы благодаря этим деньгам в области приводим в нормативное состояние существующую сеть дорог. То есть, а люди-то о чем спрашивают? Вот у нас там, здесь замечательный город Гусь-Хрустальный, где высокий процент дорог вообще без твердого покрытия. То есть это город Гусь-Хрустальный, да и в Вязниках, и в любом другом городке есть у нас там, и в Меленках, найдутся немало улиц, где, ну, в буквальном смысле грунтовая дорога. Там не то, что там щебня, асфальта нет, там щебня даже элементарно нет. Ну так иногда подсыпают, там деградируют, что называется. Я уж не говорю про деревни, про поселки. Вот, поэтому речь-то о чем идет? Не просто привести в нормативное состояние существующую дорожную сеть, но и повышать категорийность. Да? Потому что, ну, согласитесь, в 21 веке ненормально, когда дети в школу идут не по тротуару, потому что его нет в природе. Идут в сапогах, в резиновых, да, потому что просто в нормальной обуви не пройти. Да, ну, конечно, вот еще раз говорю, отклик, вот это финансирование большой, и еще больший запрос есть со стороны жителей Владимирской области. Поэтому это обращение «Единая Россия», оно абсолютно логично и обоснованно. Мы хотим, чтобы уже сейчас, когда администрация работает над параметрами бюджета, ну, чтобы не было потом вот этих поправок и споров, да, давайте вместе договоримся сразу же, что давайте вот пускай эти суммы будут в виде субсидий, вот мы с удовольствием такой бюджет поддержим. А другие фракции поддерживают вашу инициативу? Ну, как я уже сказал, когда поправка была, то есть, ну, в прошлом году, вот не все фракции поддержали, да, то есть, ну, в частности, голосовали против этой поправки КПРФ, ЛДПР, вот остальные две фракции, «Справедливая Россия» и КПСС, поддержали эту поправку. А, вот, ну, не знаю, мне кажется, если коллеги-депутаты, те, которые раньше не поддерживали, так же, как и депутаты нашей фракции, общаются с избирателями и выезжают. Ну, то есть, я не знаю, я думаю, что в этом году они должны поменять свое отношение к этой инициативе. Вообще, если говорить про эту сумму, в бюджете найдется место? Ну, смотрите, я так скажу, у нас совокупный, скажем так, дорожный фонд, то есть, если посчитать дорожный фонд Владимирской области, плюс дорожные фонды муниципалитетов просуммировать, плюс объемы, там, правда, на принципы софинансирования, но по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Российская Федерация помогает региону в приведении в нормативное состояние дорог региональных и дорог и дорожных объектов внутри городской агломерации, в этом плане городу Владимиру и в радиусе 50 километров населенным пунктом, который попадает, повезло, потому что у них еще федеральное финансирование. Так вот, совокупный объем средств вот на текущий год — это более 7,5 миллиардов рублей. Ну, предусмотреть в этих 7,5 миллиардов рублей не все эти 7,5, скажем так, да, на региональную сеть дорог, а хотя бы часть в виде субсидий, в виде помощи муниципалитетам, я думаю, это вполне реальная задача. Я думаю, что на следующий год объем дорожного фонда, он еще больше будет. У нас есть как раз звонок в тему от телезрительницы Людмилы Ивановны. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ага, вы, пожалуйста, отойдите от телевизора подальше. Людмила Ивановна, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, да. Школа.
школа номер 39. Отойдите, пожалуйста, от телевизора. У меня дочь живет на поселке, когда она ходила, водила детишек в планету в детский садик, мимо 39-й школы, там три детского садика, тротуар, вот именно тротуар для колясок, для всего. В общем, спасибо, вопрос понятен, вопрос, спасибо большое. Разделяем и поддерживаем, потому что, ну, действительно, вот мы, кстати говоря, очень хотели бы, что, ну, дело в том, что в законе о бюджете, ну, как бы такие подробности не прописываются, это уже потом, когда муниципалитет заключает соглашение с департаментом транспорта и дорожного хозяйства о конкретном направлении расходования, мы хотели бы, чтобы внутри вот этой субсидии была подпрограмма, мы уже сейчас вот ведем переговоры с исполнительной властью, была подпрограмма ремонт и строительство тротуаров, да, потому что, конечно, важно, чтобы автомобили по хорошему асфальту, качественному, без ям проезжали, но не менее важно, чтобы пешеходы ходили. Это тоже дорога. Да, это тоже дорога. Дело в том, что, вот, например, субсидии текущего года, там органы муниципальной власти, ну, мы сами знаем, ну, так получалось, что вот условно, если дорога и тротуар вдоль этой дороги, то можно за областные деньги. Если этот тротуар чуть в сторону или где-то там не вдоль дороги, да, но он тоже нуждается, к сожалению, вот, ну, поскольку программа называется и субсидия на проведение нормативного состояния дорог общего пользования, да, то отдельные тротуары как объекты, ну, к сожалению, по правилам нынешнего года не получается муниципалитетов на конкретные тротуары направлять. То есть это они, если где-то и делают, то за счет собственных средств, ну, которые у них частично высвободились, да, то есть помощь получили областную, а свои деньги там на тротуары. То есть мы хотим, чтобы и областные деньги также могли направляться на тротуары, раз. И второе, вот про школу речь идет абсолютно тоже, но я так... Недовысказанный вопрос, но я уверен, об этом речь шла, что у нас во всех городах, не только в Владимире, территории наших образовательных учреждений, то есть территории детских садов, территории школ, ну, многие асфальт видели последний раз, когда эти объекты строились, да, в лучшем случае. То есть, опять-таки, это полномочия муниципальные, да, то есть общее образование у нас, ну, среднее образование, дошкольное, образовательные услуги, то есть детские сады, это муниципальное полномочие. Но мы прекрасно понимаем, что муниципалитетов, ну так, к сожалению, такова у них собственные бюджеты таковы, что им, дай бог, сами здания и сооружения там поэтапно ремонтировать, там те же окна с деревянных, старых, прогнивших, там на пластиковые менять. То есть не до благоустройства территории, не до таких вещей. И совершенно очевидно, что без помощи областного бюджета вот такую масштабную ремонтные работы именно по благоустройству прилегающих территорий, в том числе и дорожек тех же асфальтовых, вот, вряд ли получится муниципалитетов. Поэтому в рамках, конечно, вот тех денег, о которых мы начали говорить, по дорожной деятельности вряд ли, но вообще предусмотреть областную программу, как в текущем году было же обращение, инициатива выделить, помочь муниципалитетам с подготовкой к новому учебному году. 250 миллионов выделили, вот, ну и поверьте, ну, очень-очень много школ, там, я говорю, кто окна поменял, кто-то там крышу сделал. Ну, сами за свой счет не сумели бы в текущем году это сделать, это было бы отложенное мероприятие. Помощь получили, вопрос решили. И вот если появится такая подпрограмма по благоустройству именно территорий, это точно люди спасибо за это скажут. Роман Валерьевич, еще одно обращение депутатов по поводу форс-мажорной ситуации с аграрным сектором. Да, да, ну да, да. Как обстоят дела сегодня? Есть результат? Да, результат есть. Угу. Дело в том, что у нас 6, если мне память не изменяет, 6 даже районов наших муниципальных, они локальные свои акты принимали о чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Ну, лето действительно было очень жаркое. То есть на огородах, на частных все хорошо и здорово, а на коллективных полях, да, где, к сожалению, там полив не подведешь, да, под каждый кустик, как мы это зачастую на наших приусадебных участках делаем. Вот, к сожалению, урожай, ну, снизилась урожайность, да, там, ну, где-то выгорел он, где-то просто, ну, из-за того, что вот такие климатические условия в этом году летом произошли непростые для селян, просто не собирали, либо не соберут тот урожай, который был запланирован. И тут такая цепочка, она, как сказать, то есть если недополучили то, что планировали, да, соответственно, для того, чтобы закупить
семена, для того, чтобы закупить там удобрения, для того, чтобы провести на следующий год, там, высадить те или иные культуры, да, то есть вынуждены, чтобы, ну, чтобы на это были деньги, вынуждены сельхозпроизводители будут повышать цены отпускные. Повысили цены отпускные, значит, это мы с вами ощутим, в том числе на наших с вами кошельках, в виде увеличения цен на продукты питания. Если же область поможет, а она поможет, то есть решение принято, порядка 300 миллионов рублей сельхозпроизводители области получат в виде, ну, вот для того, чтобы компенсировать частично полученные затраты, то, значит, не за счет повышения цены на свою продукцию, а за счет вот, помощи областного бюджета подготовиться к следующему году нашей аграрии, вот, и закупят необходимые им материалы, закупят агрохимию, да, и, в общем-то, как бы менее болезненно для всех участников процесса, а самое главное для жителей региона, все это пройдет. Ну и, слава богу, вот это обращение, также, которое инициировала «Единая Россия», фракция «Единая Россия» в Законном собрании, оно было услышано исполнительной властью региона. То есть, насколько я знаю, уже, в общем-то, средства предусмотрены. Сейчас уже правила распределения уже между конкретными хозяйствами, механизмы выдачи этой, этих денежных средств. Но вот буквально так повезло, пригласили меня как депутата в Ковровский район в прошедшие выходные. У них замечательный праздник, уникальный, но мне кажется, праздник, который достоин войти в календарь вообще областной, событийный. Они несколько лет проводят районный день молока. У них в Ковровском районе оказывается 7 СПК, достаточно крупных, стабильных, 2 крупных крестьянских фермы, то есть их больше, но 2 крупных, которые там, ну, поголовье держат коров, крестьянско-фермерские хозяйства. Вот. Замечательный праздник, и конкурсы, и артисты выступают, и каждый производитель там своей молочной продукции, ну, как бы хвалится, выставляет, хвалится, да, там продает, дарит и показывает. Вот прохолодил этот праздник в текущем году. Есть такой замечательный частно-муниципальный музей «Усадьба двух генералов» в селе Павловской Ковровского района. Вот я был на этом празднике в субботу, и вот мне как раз с сельхозпроизводителями довелось пообщаться. Благодарили, собственно говоря, за эту инициативу, благодарили за это решение. И как раз механизм вот эти вот, они уже четко поняли, посчитали, вот, на что они эту помощь потратят, да, и каким, ну, нормальным, правильным последствиям это приведет с точки зрения следующих периодов, с точки зрения цен на продукцию их в текущем году. Поэтому, в общем, тоже такая неплохая, на мой взгляд, было предложение и инициатива. Ну что ж, молоко всегда полезно. Мы сейчас прервемся на блок коммерческой информации и далее следующая тема в эфире. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить и задать вопрос нашему гостю. А сегодня на студии заместитель председателя ЗАГС Собрания Владимирской области Роман Кавинов. Роман Валерьевич, ну что ж, совсем недавно мы отпраздновали День знаний. И здесь отличным подарком учителям стали премиальные 5000 рублей. Вроде бы хорошая такая инициатива, но появилось некое социальное напряжение, как это одним дали, а другим нет. Даже в соцсетях были ролики с петицией от нянечек, например, да, об официальное обращение к вашей фракции. Что не так было и вообще, какова ситуация сегодня? Как шутка есть, да, что все самое интересное начинается после слова «но». Да, действительно, ну так вот, если посмотреть ретроспективно, да, на события, год непростой был, пандемийный, да, и как бы всем тяжело, да, но понятно, что в особо тяжелых условиях трудились люди, которые вот там без локдаунов, без закрытий, без ограничений продолжали нашим деткам давать образовательно-воспитательные услуги, то есть сотрудники школ, сотрудники детских садов. Вот. Но мы же прекрасно понимаем, что не только учителя занимаются образовательным процессом. Есть завхозы, есть технические сотрудники, есть нянечки в детских садах, да, которые, нагрузка на которых в связи с тем, что вот там родителей на территории не пускают, да, и они должны принять каждого ребеночка, отвезти, раздеть, потом его одеть вечером, родителям вернуть. Уборка, увеличенное количество раз, да, происходило и происходит по требованиям Роспотребнадзора, ну, в связи с эпидемиологической ситуацией. И вот эта категория таких вот людей, которые формально не являются педагогическими сотрудниками, вот она, к сожалению, в указе губернатора, вернее, в нормативном документе, в соответствии с которым вот произошли массовые выплаты вот этих 5000 рублей, ну, что называется, забыли о них. Вот, собственно говоря, обращение
было про это, про то, что да, неплохо было бы эту категорию поблагодарить. Потому что у нас что получается? Смотрите, семьи с детьми школьников выплату от Российской Федерации получили, да, то есть для подготовки к новому учебному году. Пенсионеры 10 тысяч рублей, вот на прошлой неделе буквально там, я не знаю, какая-то уникальная акция была, Сбербанк сказал, только Сбербанк 28 миллионов единовременно транзакции произвел для того, чтобы по 10 миллионов лицам пенсионного возраста выплату единовременную, которая не облагается ни налогами, ничем, произвели. Сейчас вот эти военнослужащие по 15 тысяч рублей получают массово, да, то есть сотрудники, которые на страже безопасности нашей Родины находятся. Вот. И, конечно, такая региональная мера, она сама по себе очень классная и очень хорошая. Тут, ну, я уверен, что все ей рады. Вот. Но социальная напряженность внутри тех же педагогических коллективов, она, безусловно, к сожалению, образовалась вот после такого решения. Поэтому тут надо, что называется, поправиться немножко. Об этом, собственно говоря, и было обращение. Ну, какие-то изменения будут? Не знаю, мы ожидаем, что поправится исполнительная власть, что изыщет. Мы с точки зрения бюджета мы готовы поддержать такое решение. Хватит бюджета? Ну, это не столь массовая категория, как уже произвели выплаты. Вот я думаю, что изыщем. Ну, продолжая тему образования, ранее фракция «Единая Россия» предлагала сделать для педагогов, да, вспомним об этом, была мысль о выравнивании регионам окладов медиков, да, президент выступал с этим, да, и вы выступили за то, чтобы аналогично сравнять вот эту напряженность для работников образования. Все так? Да, совершенно верно. Тут ситуация какая? В принципе, ну, мы как бы в Владимирской области, наверное, не первый год уже говорим, что, ну, к сожалению, вот одна из проблем в сфере здравоохранения это нехватка кадров. Там масса факторов, почему эта нехватка образовалась, да, ну и объективные факторы, то, что в свое время, ну, условно, маленькие зарплаты были, но это было достаточно давно. Не было денег на улучшение материальной базы, там, ну, то есть тяжелый труд вот, с низкой оплатой, и как бы вымывание из профессии было. И главное, проблемы в отрасли, да? И главное, да, проблемы в отрасли, и главное, люди не шли в вузы, в медицинские. Вот сейчас, последние несколько лет, проблем в студентах, которые поступают в медицинские вузы, нет. То есть очень конкурсы огромные, баллы требуются для поступления большие, но все понимают, что на самом деле это востребованная сфера. Врачи, средний медицинский персонал, вот даже наши медицинские колледжи, то есть это где среднее профессиональное образование дается, медицинский, там средний балл, чтобы поступить, там 4,6-4,5 балла. Нужно, то есть отличниками нужно быть. Но одномоментно это не решит проблем, не заместит. А вторая проблема, то, что мы находимся, Владимирская область, мы так, между двумя такими крупными агломерациями, как Москва, Московская область и Нижегородская область. И у нас Нижегородская область, в частности, и Москва, Московская область. Дело в том, что это экономически, по объективным причинам, вот более развитые регионы, где выше средние зарплаты в промышленности, выше средние зарплаты там, в экономике, чуть выше, чем в Владимирской области. И у этих регионов есть большие бюджетные возможности, а они тоже испытывают нехватку кадров. И они эту нехватку кадров восполняют, в том числе за счет Владимирской области. И как это избежать? Ну, мы же прекрасно понимаем, да, что пациент, что в Москве, что в Владимире одинаковый. Что если у него скарлатина, она лечится одинаково, что в Москве, что в Владимире. И труд врача, он примерно одинаков. Да? То есть там, понятно, что пациенты разные чуть-чуть, вот, но как бы случай-то одинаковый. А почему разная зарплата? И вот как бы действительно хорошая инициатива президента о том, чтобы посмотреть, поручение правительства есть, и разработать так называемые, вообще не только там в центральном федеральном округе, в целом по стране, так называемые единые тарифные ставки для медицинских работников. И мы эту новость, эту информацию, безусловно, поддерживаем и одобряем, но на самом деле, слава богу, не так остро проблема стоит, но она тоже уже есть, мы уже это видим. Похожие проблемы начинают наблюдаться как в сфере здравоохранения, в сфере образования. И тоже, в том числе, там ряд факторов, и сложно, и непрестижно, и когда-то зарплаты были низкие, хотя сейчас и у педагогов все-таки более-менее там неплохо
стала, неплохая поддержка стала, в том числе и финансовая. Но, условно, если педагог за те же самые классные часы, там, единая доплата по стране, но, условно, за одну и ту же работу в Московской области или в городе Москва получает там в 2-3 раза больше, чем Владимир, но молодежь-то там, выпускники вузов, у которых ни семьи, там, ни привязки еще не работали, просто многие выпускники вузов, они, отучившись, они не в наш регион возвращаются, они переезжают в соседний. Вот, и в том, вот этот вот вопрос, эту проблему можно было бы решить, в том числе установлением единых так называемых тарифных ставок профессиональных и в сфере образования. Об этом было обращение в начале текущего года, в начале лета этого года. Ну так в идеале и для каждой сферы сделать такие тарифы. Мы же понимаем, что... Нет, тут да. Знаете, вопрос, конечно, такой не плоский, да. То есть можно сейчас так вот, там, мы там, ну знаете, как сейчас выборы. Чем в Москве, да. Это там сейчас, знаете, выборы, сейчас же такие многие популистские лозунги там такие. Мы там всем там вернем, там сделаем и так далее. Ну на самом деле жизнь не плоская у нас, жизнь сложная. И понятно, что как бы там, ну, у любого процесса есть как позитивные, так и негативные стороны. И сама по себе идея, что зарплата у бюджетной сферы должна быть сопоставима средней по экономике региона, да, вот она хорошая, правильная идея, но вот она к таким иногда перекосам приводит. Поэтому тут надо подходить творчески, потому что все равно нагрузка разная, специфика разная. Есть же регионы Крайнего Севера, например, те же, да, там всегда доплаты были больше в советские годы, чем в центральной России. Поэтому тут надо, пускай правительство внимательно подумает, как это дело исполнить. Есть звонок телезрителя. Татьяна, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Анечка, здравствуйте, вам гость. Во-первых, большое вам спасибо за репортаж, замечательный репортаж вот по поводу 62 дома, вот, ну, то, что мы вам звонили, жаловались. А я, как всегда, переживаю за переходы детей к школам. У меня внук живет на Балакирева, 47-й дом. И там вот рядом 45-й дом, и между 45-м и 47-м домом дорога на Спекинке к Золотому кольцу. Мы, значит, в сентябре прошлого года, у меня внук пошел в первый класс, обращались к депутату к нашему, приезжал его помощник, смотрел все, и как бы мы поддерживали связь, и, значит, ну, обещали, что где-то вот будет и освещение будет лучше, и лежащего полицейского положат там, ну, в начале дороги, когда вот идет, ну, не за самой, а вот, ну, Золотого кольца на этот проезд, вот. Но до сих пор ничего не сделано. Начался новый учебный год, прошел год. Там есть лежачий полицейский возле Мушрепа 8-го, но это низко достаточно, ближе там к Пеке, ну, где дорога Пекинка, да, а здесь все-таки высоковато, тоже детки маленькие, много домов, ходят в школу именно через этот проход, ну, через дорогу. Скажите, пожалуйста, что-то можно сделать для того, чтобы было какое-то комфортное состояние детям переходить вот этот вот часть вот, дороги к школе? Да. Да, вопрос понятен, просто надо посмотреть конкретно. Дело в том, что, ну, я когда-то до того, как был избран депутатом, работал главой местной администрации в Вязниках. И, ну, на самом деле, ну, это же не то, что вот там, ну, кто-то сказал, вот давайте вот здесь сделаем там, неровность, да, а здесь вот переход. И в каждом муниципалитете есть такой документ, который называется «Схема организации дорожного движения». В городе Владимире тоже есть такой документ, это комплексно, его разрабатывают специалисты, вот, это не на глазок, это, ну, на самом деле, ну, то есть есть нормативы, есть правила, в соответствии с которыми нам нельзя слишком часто делать пешеходные переходы, потому что это будет затруднять поток транспорта и будет создавать неудобства автомобилистам. Нельзя неровности просто так на глазок делать в любом месте. То есть я, ну, конкретно вот с этим случаем, я, ну, честно говоря, просто надо, ну, тут надо посмотреть специалистам городской администрации, вот, ну, во-первых, обоснованность обустройства там этого, этой неровности. Вот. Но и второй момент, возможно, просто не успели сделать, потому что, насколько я знаю, вот в городе Владимире как раз на этой неделе приступили вот к тем отложенным задачам, то есть там, где это обосновано и где схема дорожного движения предусматривает обустройство неровностей вот этих так называемых, да, в соответствии там с ГОСТами, с НИПами, для того, чтобы обеспечить безопасность перехода. И вот сейчас, как раз в эти дни, вот такое массовое достаточно обустройство происходит. То есть, видимо, ну, какая-то организация подрядная поэтапно движется. Просто, возможно, это вообще вопрос дней, что называется, и появится там, либо если он не появляется, это не потому, что там кто-то не хочет что-то делать или там денег нет, а просто-напросто, значит, ну, специалисты посчитали нецелесообразным. А что касается уличного освещения, улучшения его, ну, это такая полномерная работа. Ну, в общем, я так отвечу. В целом, безопасность – это приоритет, и этим заниматься нужно,
А в частности, с этим конкретным случаем я с администрацией городской в контакт войду и постараюсь эту ситуацию для себя прояснить. А наша телезрительница, может быть, если ей не ответит администрация города Владимир, может обратиться в законодательное собрание, вот, ну, описать эту проблему. У нас есть электронная почта, можно написать это дело, и мы обязательно письменно ответим по конкретной этой ситуации. Спасибо. Ну что ж, еще к одному вопросу, очень болезненному, это строительство ФАПа. В декабре была масштабная депутатская проверка, которая показала фактически срыв программы, и знаем, что в летний период, да, был вновь совершен рейд. Так вот, есть ли результаты, тронулся ли лед в этом направлении? Результаты есть, но они неудовлетворительные, скажем так. То есть, да, действительно, мы провели большую проверку в декабре месяце, проехали все 37 объектов, 37 ФАПов новых, которые должны были появиться в Владимирской области. К сожалению, действительно, программа фактически была сорвана в прошлом году. То есть там не то чтобы... Ну, во-первых, ФАП мало построить, его еще нужно ввести в действие, то есть пролицензировать для казнь-медицинских услуг. Туда нужен персонал, должен туда перейти работать. Вот. И на тот момент, если не память не изменяет, чуть более 20 объектов из 37 в той или иной степени готовности были, то есть не то, что они запущены, полицензированы, но хотя бы построены, а большое количество там либо на этапе строительства было, либо вообще там даже не приступили к работам. Конечно же, ну, областная власть исполнительно понимает эту проблему, знает, ну и мы сообщили, да и сами, в общем-то, заказчики знали об этом, этой работы. В основном сами объекты и сооружения достроены, но проблема заключается в том, что в ряде ФАПов нет персонала, который бы оказывал медицинские услуги. То есть ФАП построили, а фельдшера просто там нет. Вот поэтому это получается красивое здание, которое не оказывает медицинские услуги. А цель-то в этом, собственно говоря. Вот, есть где-то, вот, что называется, доздавали, когда мы где-то в июне-июле провели эту работу, в июне точнее, проехали. На тот момент доздавали некоторые объекты, то есть еще только достраивались, вот, либо проходили лицензирование. И также проверка показала, что на тех объектах, которые сданы были и функционировали, но поскольку это было в осенне-зимний период, по территории очень много, ну, недострой, там асфальт кое-где перекосился, бурьяном заросла территория, и, в общем-то, недоделок достаточно много было, и, конечно, это тоже плохо, потому что и помощь оказывается, и фельдшер есть, но вот я сам был в одном из ФАПов, там два сотрудника, фельдшер и медсестра. Медсестра говорит, тут я увольняюсь, говорит, ну потому что невозможно, говорит, вот отопление неправильно смонтировали. Весь прошлый год, ну то есть после того, как запустились, там приходилось что-то, ну какие-то там телодвижения, которые не должен этот сотрудник делать для того, чтобы просто система, ну, а нужно всего-навсего система отопления, ну нормально, чтобы она функционировала, там что-то там не так спаяли трубы, что называется, да. И вот такие вроде, казалось бы, мелочи, но они такие мелочи, они не позволяют оказывать надлежащую услугу медицинскую жителям сельской местности, которые к этому ФАПу приписаны. Поэтому мы эту контролирующую функцию с себя не снимаем в законодательном собрании. И у нас дело в том, что в текущем году еще 5 ФАПов должно быть построено, не 37, а 5. Вот. Поэтому обязательно к этой теме вернемся и обязательно еще раз посмотрим прошлогодние объекты и вот эти новые 5 ФАПов тоже, безусловно, с коллегами посмотрим. То есть вернемся к этому вопросу в декабре, чтобы понимание было результат года. Может быть, чуть раньше. Я надеюсь, что не в декабре будут вводиться объекты в текущем году, потому что, по большому счету, ну, вот эти ФАПы, модульные конструкции, вот как практика показывает, сами стройка сама, она, ну, там, несколько месяцев занимает. Очень много, к сожалению, вот эти вот документальные торги, там подрядчики, недобросовестные подрядчики переторговались. Из-за этого были задержки. Вот, то есть там тоже, как говорится, объективная ситуация. Но от этого жителям не легче того или иного сельского населенного пункта, где ФАП должен быть построен, но не был построен. Либо просто стоит. Да, неработающий. Да. Ну что ж, плавно подвигаемся к теме номер один. Сейчас в преддверии 17-18 сентября, особенно актуально. И 19-го. И 19-го. Вот что сегодня депутатов больше волнует? Что сегодня в фокусе внимания? Явка или прозрачность выборов? Ну, я так бы сказал. Одно проистекает из другого, да. То есть на самом деле мониторю социальные сети, мониторю отношения
Вот некоторые политические силы пытаются вот это трехдневное голосование, а оно почему трехдневное? Это основная цель и задача. Все-таки у нас никто не снимал вопросов, связанных с пандемией коронавируса. Mm-hmm. Вот, и решение о том, так-то вообще-то единый день голосования, mm-hmm. это третье воскресенье сентября, да, то есть это, по идее, должно быть 19 число. Но мы прекрасно понимаем, что такое день выборов, если еще и большая явка в одном месте, в одно и то же время, да, это, ну, большие потоки людей, да, mm-hmm. это смешение, то есть как бы это... в том числе возможность передачи вируса, если кто-то зараженный придет на участок. И, конечно же, вот трехдневное голосование призвано прежде всего развести эти потоки. Ну, во-вторых, это просто-напросто удобно, потому что немало людей говорят, да мы бы сходили на выборы, да, но нам там в воскресенье мы на дачу поехали или там по грибы, mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот если будет хорошие теплые выходные, я уверен, что многие уедут за город, там, владимирцы. Вот. А тут три дня, пожалуйста, хочешь в пятницу после работы там доедь до ближайшего участка, хочешь в субботу, хочешь в воскресенье, то есть сам планируешь свой график. Вот это, безусловно, должно повлиять на явку. Это, безусловно, призвано вот это трехдневное голосование. И основная цель – развести по времени и месту потоки желающих проголосовать. Ну и те меры, которые Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ну и, соответственно, наша областная избирательная комиссия, органы власти предпринимают с точки зрения обеспечения прозрачности, легитимности выборов. Это, я не побоюсь этого слова, беспрецедентные меры, потому что все 100% участков будут оборудованы системами видеонаблюдения, причем где-то участки, на которых более 80% избирателей голосуют, у нас же есть большие участки, где там по 3000 избирателей, да, ну, как бы к ним приписано, что называется. А есть небольшие сельские избирательные участки, где там 100-150 избирателей всего-навсего. Вот. Ну, доступность-то у всех должна быть равная. Так вот, на самых крупных избирательных участках с Ростелеком, это специальные, ну, достаточно серьезные средства Российской Федерации тратят на эту систему видеонаблюдения. Вот уже произведен монтаж видеокамер, которые в режиме онлайн будут записывать весь избирательный процесс, причем не только днем, когда избиратели будут там, с 8 до 8 вечера, да, но круглосуточно, то есть и ночные часы. То есть те избирательные бюллетени, где люди проголосовали, которые в урнах, они будут ежедневно в специальные сейф-пакеты закрываться и специальные сейфы закрываться на ночь. Да? Вот, то есть не без пересчета, то есть просто пересыпали, закрыли и под камерой все это будет наблюдаться. То есть ну, никаких манипуляций точно невозможно будет, даже если кто-то и захочет, а в чем я сильно сомневаюсь. Вот. Просто, ну, к сожалению, на выборах ну, зачастую мы наблюдаем такую штуку, что вот, ну, там все решено, там что-то как-то сделали. Да нет, ну, как сказать, все прозрачно. На самом деле, вот законодательство Российской Федерации, это я как председатель комитета в прошлом по государственному устройству, и человек, который как раз и нашим областным законодательством занимался, избирателем, у нас очень строгие нормы, очень строгие правила, у нас очень четко организован процесс. На самом деле, вот те, кто ругает нашу избирательную систему, это люди либо не разбираются, либо это откровенные враги, которые лгут нам, россиянам, что у нас все плохо. Поучиться многим странам мира нужно, как организован избирательный процесс, насколько чисто, легитимно, возможности для наблюдателей, для партии наблюдать за процессом. Вот, поэтому я абсолютно убежден, что выборы состоятся организованно, безопасно для участников процесса, то есть как для избирательных комиссий, так и для нас с вами, для голосующих, для кандидатов в депутаты. Вот, и абсолютно прозрачно и абсолютно честно пройдут эти выборы. Ну, конечно, ответ на вопрос, почему все-таки стоит идти выборы, на ответ на тем, кто уверенно говорят, что я за меня и так все решат, нечего туда ходить. Нет, важен каждый голос. На самом деле, тут, знаете как, ну, много, к сожалению, в этой теме манипуляций. Вот, ну, там, ну, например, да, вот одна из таких классических традиционных манипуляций, ну, не секрет, да, что там в канун выборов проводятся социологические исследования, да, и вот люди говорят, как так, вот, ну, там, условно, ну, партия власти, да, допустим, Единая Россия, как так, ну, 30% там накануне выборов или там 35% говорят, что готовы поддержать, а вдруг у них там оказалось больше половины голосов там в Государственной Думе. Но опять же, это манипуляция на том, что люди просто зачастую не знают, как формируется Государственная Дума. Она же формируется 50 на 50, 225 голосов по одномандатным избирательным округам, да, и 225 по партийным спискам. И если, ну, опять же, по тем же социологическим исследованиям, ну, есть кандидаты, которые, ну, например, в нашей Владимирской области два одномандатных округа. Я не хочу сейчас назвать фамилии, чтобы не заниматься предвыборной агитацией, но я думаю, мы с вами прекрасно знаем, что один уважаемый действующий депутат Государственной Думы вот,
с высокой степенью вероятности победит на западной половине области, а другой, тоже действующий, также с высокой степенью вероятности, во всяком случае социология об этом свидетельствует, уверенно победит на восточной половине области. Да, то есть вот, вот уже два мандата. А, ну, в общем-то, на самом деле, как это принято говорить, у партии власти достаточно качественный кандидат одномандатники, да, и поэтому там, условно, если из 225 там, ну, человек там, 200 проходит от той или иной партии, да, плюс вот эти 30-35% поддержки вот по итогам голосования, там 40%, да, плюс дело в том, что партии, которые не набирают более 5%, когда за партии голосуют, ну так устроено законодательство избирательное, что их голоса перераспределяются среди других партий, которые превысили этот порог. И когда вот если вот эту математику, она несложная, все посчитаешь, то в принципе результат-то понятен. Но, к сожалению, многие, еще раз повторюсь, и раньше, и я уверен, к сожалению, будут и после, по итогам предстоящих выборов, будут пытаться манипулировать, особенно в социальных сетях, что там что-то не так, там вбросили, вот было одно, стало другое. Но я уверен, те наши сами телезрители, которые во всяком случае этот эфир посмотрят, они уже будут готовы, они уже будут понимать, что там, в общем-то, все абсолютно математически разложено, что называется. Ну и сегодня нам это разложил и популярно объяснил заместитель председателя законодательного собрания Владимирской области Роман Кавин. Спасибо огромное. До новых встреч в эфире. Ну и, конечно, всем нам большой явки избирателей и легитимности. И достойных депутатов Государственной Думы.